Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим вкусный и быстрый завтрак. Готовится он несложно и продукты все доступные. Также это блюдо подойдет и для ужина. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 средних картошки общим весом 200 грамм трем на мелкой терке. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Измельчаем небольшой пучок зеленого лука. Зеленый лук можно заменить репчатым луком. Или можно добавить зелень, например, петрушку или укроп. В миску кладем тертый картофель, сыр и зеленый лук. Сюда же разбиваем одно яйцо. Все солим по вкусу и перчим. Хорошо перемешиваем. Насыпаем 30 грамм муки и опять перемешиваем. Еще больше разных вкусных завтраков смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Эту массу делим примерно на 2 одинаковые части и выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Все разравниваем по сковороде. Жарим на среднем огне примерно 2-3 минуты до слегка поджаренной корочки и переворачиваем на другую сторону. Жарим еще примерно 1-2 минуты. Готовый блин снимаем с огня. Точно так же жарим и второй блин. Завтрак с картошкой и сыром получился очень вкусным и сытным. Готовится он очень быстро и из самых доступных продуктов. Также такое блюдо можно приготовить и на ужин. Если вам понравился рецепт такого завтрака, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.